Всем привет! Решив чуть развеяться от мормышинга микроджига в один из дней, я взял в комплект потяжелее, состоящий из Экселона до Унции и нового дайверского Фримса 18 года, поехал на реку Дубна, в надежде поймать кого-нибудь покрупнее, чем стандартный спортивный окунек. В этих местах я был всего один раз, несколько лет назад, с отводным поводком, на лайтовой палочке. Я поймал тогда с десяток окуньков и небольшого судачка. Сейчас же я начал ловлю с 14 граммами и аваруны от понтун 21 в 3-дюймовом размере. Хочу судачка. На рыбалку я приехал относительно поздно, в 10 часу утра, и солнышко уже вовсю припекало, лишь ветер слегка освежал нагретый воздух. Сменив пару мест и не поимев ни одной поклевки, я уменьшил вес груза до 10 грамм и поставил понтуновский джилд в 2-дюймовом размере. Тут хороший с первого заброса. На меня пошел. Шупак. Что получилось? Сейчас кидал 16 грамм с виброхвостом. Минут 10 на этом месте. Ни одной поклевки не было. Решил уменьшиться, поставил вместо виброхвоста твистер, джилд и 10 грамм. И с середины реки, с первого же заброса, под килошничек вылетел.
Есть еще хорошая. С того же места. В втором забросе. В бок пошла. Я считаю, нормально. Два заброса джилта, две щучки. Друзья, сейчас тут под берегом был досадный сход. Я думаю, небольшая щучка. Грамм 700. Берега в этом месте не везде пригодны для комфортного спиннингового заброса. Но зайдя в воду в сапогах либо в вейдерсах, в большинстве случаев без напряга можно забросить приманку, не зацепившись за нависающие ветви, кустов и высокие стебли травы. Больше в этот день поклевок увидеть не пришлось, и я, собравшись с Настей, поехал домой. Эквилибристика. Спустя пару дней я приехал туда уже в компании с Сергеем. Буквально с первых забросов он ловит под берегом небольшого шнурка. Начало положено. Есть? Ой, как раз камера включилась секунд 10 назад. Как чувствовал. Вообще недалеко получается здесь. Зеброхвост? Редбак. У Антоши редбак отрулил тогда. Лет. Два ноль.
В последующий час у меня произошла лишь непонятная поклевка, либо задев забель, и я, не сделав посечки, получил сход. А Сергей поимел лишь выход небольшого окунька за приманкой и срез щуки середины реки. Рик джик рулит. Ближе к концу рыбалки на джик-рик Сергей поймал еще одну щучку, а потом, уже по дороге к машине, решив поставить отводной поводок и проверить наличие окуня, вытащил на фотосессию несколько вполне жареных матросов.